Хей, hey, всем привет! Это опять я, и сегодня второй ролик о том, кто играет в второй день мой. Сейчас я качаюсь в PvE. Это топ локант, считал 21, ну и в принципе там 16 лет на одном уровне. Здесь в C1 раньше магами водили паровозы. Вон, на те бортики, где мы видим, это лестница, вот где лестница, сейчас покажу. Мы заходили на эти бортики, видите, вот на курсоре, я отметил, заходили на бортики, собирали паровоз из этих 29 мобов и били масухами, там алим. Вот. За эти паровозы была такая битва, с один когда только появились, с фишки отличные, и было жестко. Вот. Сейчас я пытаюсь набить деньги. Вот видите, качаюсь без сосок, соски только чисто на PvP. Вот. Пытаюсь набить бабки себе на профессию, ну, как бы проходить квесты, 3 марки у меня уже, ну, облам. Вот. Также там, ну, PvP я вроде прохожу сам, кое-как, может быть, прохожу. Вот. И как мы видим, то, что еще на сайте онлайн, в принципе, не упал. Вот. Опять, что-то 30 тысяч, что ли. Большинство моих знакомых, которые хотели сюда играть, они, в принципе, отказываются и говорят, что да ну нахуй, это интервью, ты что гонишь, интервью. Да, конечно, дикий минус, короче, даже огромнейший минус. О, тут даже по ОП. Я еще рассказываю, если бы я позвал. Опа. Посмотрим, что я смогу сделать с так тупом. Грубо говоря, да, сос. Ну так вот, я говорил о том, что ПВП это сбил меня. Вот, я говорил о том, что большинство моих знакомых не хотят играть здесь. Но только по той причине, потому что здесь стоит интерлюд. То есть, как бы, можно сказать, что они говорят, что он типа онлайн рисованный, но как бы, как и на всех серверах, он в любом случае будет рисованным, но не в такой степени. То, что как бы да, есть сидящие торговцы, да, кто там может, ну, 1000 лир. Я не думаю, что 1000 лир. Вот. И, короче, грубо говоря, то, что не может быть такая херня, то, что все это рисовано. Потому что, посмотрите, ну, грубо говоря, да, там, да, то есть там куча, просто куча типов бегает в МГ, которые там пытаются качаться. Даже здесь, посмотрите, если даже хай-файв, то же самое, ну, да, как бы, если говорят, о, хай-файв самый такой, типа, самый баланс. Взять хай-файв, да, обычно, то, что в этих локациях даже никто не бывает, вообще никто. Человек, который приходит играть в линейку, он просто, блядь, даже не знает, что такие локации вообще когда-либо существовали. То есть, если не C1 и не интерлюд, блядь, например, да, никто бы не знал, что есть такая локация, грубо говоря. Есть множество локаций, где там люди качаются, и, соответственно, даже таких мобов никогда не видели в жизни. Так что, тем интерлюд нравится тем, что, как бы объяснить, например, взять БД, да, все БДшники и ССшники, здесь вот люди бегают с луком, потому что они готовы, блядь, за милую душу. По 2, по 3 тысячи они могут складывать спокойно. Раз находится окно, все, достаточно будет. Если повезет, то боем замутить. Вот. Кто-то 40 денег собирает. Ну, я с ним не буду базарить, потому что тут будет, блядь. И, ну, и большинство, как говорят, а ну нахуй, камона нету. Камона нет, соответственно, все начнут кричать, блядь, то что вот, блядь, типа, у меня там, типа, шмотка херовая, я в НГ бегаю, качаюсь без соса, блядь, такая типа херня. Если пойти под ГЦ, под этот ебаный, да, который там хай-фай, это, пошел, выбил, блядь, комнат себе жук, он шмот, и все, а там, дальше, ну, выдержит, блядь, перчик всякий, ДК-шек, нахер вообще не залезть. Да нахуй это надо вообще? Ребят, здесь играет 10 тысяч, грубо говоря, народу. Хорошо, блядь, не 10 тысяч, как мне это сейчас скажут, блядь, хоть 10 тысяч пизда было. О, играет, как говорят, 6 тысяч, хотите сказать, что 6 тысяч человек будет играть, не играет, но вы крупно ошибаетесь. Донаты я, по крайней мере, такого дикого здесь не замечал. В принципе, тут донат только на руны идет, на руны и на руны, но, блядь, на 15
15 баксов за це оружие, чем больше какой, блядь, долбоёб, за це оружие, 15 баксов. Все, больше ничего здесь не продается. Я надеюсь, все же кто-нибудь из моих знакомых и друзей все-таки согласится здесь поиграть. Вот. Вот, немного об интерлюде поговорим. Ну, интерлюд, ну, как бы вам сказать, Дестерс Фрэнзи под Фулл ХП, это просто бомба. То есть один Дестер, блядь, без танка, без всего, может просто отхерачить любого РБшника. Ой, меня скайп заняли. Вот, любого РБшника, грубо говоря, может просто отхерачить, если захочет. Вот, такой хорошим, грамотным эквипом, вот это, блядь, как два пальца. Вот. Посмотрим мой счетчик по УП. Так, чуть не привычка под хай-файв. 13 по УП, это бис. Вот. Чем здесь еще радует меня, тем, то, что если подбегать, подбирать толпу, там где-то есть топ-споты, подбегать толпу, флагнуться, просто будет негде, нет, блядь. Вот вчера я только жалко не успел зафрапить, там, блядь, махать был, человек, наверное, 50 махался. Все ноги пиздились, короче. Так что и будем снимать дальше ролики, смотреть. Что-то как. А в дальнейшем выложим, наверное. Вот, не, даже не выложим. Создадим группу ВКонтакте и буду выкладывать ролики об этом сервере. Вот. А если что-то будет, какой-то типа а-ля PvP, блядь, я обязательно сниму и выложу. Вот. Тем более это как бы мини-гайд о том, как играть с кошководом. Пока что я хочу. И вот, наконец-то мы набили сумму. Вторая лимона. Причем только дурак, что подорожало. Вот. И теперь я могу взять профессию. Кстати, вот она, моя окна стоит. Упать мы видим, если что. Так, а получение профессии. Хочу я получить профессию. Варлок. Вот она. Так, мы получили профессию. Осталось теперь набить бабки ПП этого.